распределены, в принципе, у них нет такого, что пустоты в одном виде и крепость. По-разному. На данный момент, допустим, у них совершенно сложно, допустим, в итальянском одиночном катании. Закончила Джоанни Рошет, и за ней нет никого, кто мог бы, да, как-то взять на себя роль лидера, хотя бы чисто кататься везде. Ну, а теперь сборная Китая представляет свою пару. Это очень молодая пара, учитывая то, сколько лет партнерам, 15 и 17, Ю Хюа и Джин Янг, будем так называть. Да, они, по-моему, выступали, да, на Skate America? Нет. Или в Канаде, видели, где-то наверное, они, да, катались. Они выступали на, абсолютно верно, на Skate Canada Гран-при. И заняли там 7-е место. Еще соги. Это подкрутка. Интересно так поставлена подкрутка, скажем так, спиной к судьям, но благодаря этому хорошо просматривается высота подкрутки. То есть мы не видим партнера вообще, но видим расстояние между летящей партнершей и партнером, который готов встретить ее на приземлении. Параллельный тройной тулуп, здорово. Такое академичное среднее катание, классический стиль. Сложно понять, почему не выбрали красный цвет в костюм, потому что все-таки вальс цветов. Наверное, можно было как-то понаряднее все сделать. Вот элементы явно выделяются. Тройной ридбергер, выброс. Очень здорово. Дорожка шагов начинают параллельно, но далековато. Там метров 5, наверное, между ними. И вполне им по силам делать это ближе, и оценка будет лучше, и восприятие дорожки будет лучше. Эти фигуристы выбрали несколько другой путь увеличения уровня в дорожке. То есть сейчас мы видим, как они все время пересекаются в дорожке. То есть это одна и та же из черт в парном катании в дорожке, чтобы увеличить уровень сложности. В отличие от канадцев, которые начали совместно половину дорожки. Поддержка третьей группы. Хорошо исполнено, но есть еще над чем работать, чтобы этот элемент прямо блистал в программе. Тодес вперед внутрь. Еще один из предписанных элементов на этот сезон у парников. Здорово. И парное вращение. Интересный въезд, они въезжали параллельно, а потом вышли в позицию так называемый крокодил, когда оба партнера стоят не в параллельной позиции. Закончила молодая китайская пара свое выступление. Вот если говорить о вращении, какое количество, среднее количество оборотов должно происходить при вот